Михаил Ефремов когда-нибудь ходил в школу? Да, недавно ходил на последний звонок к дочке своей старшей. А школа все та же? Нет, это школа-класс-центр Сергея Зиновича Казановского. Известная такая школа. А как вы относитесь к тому, что дети, не только дети, я имею в виду актерской среды, а вообще очень многие отправляют сейчас за границу учить детей, получать образование? Ну, это, я думаю, происходит потому, что за границей лучше образование. У меня пока нет такой цели, но мысли такие были. А вот эти решения отправить за границу, оставить здесь... Это решение коллегиальное или это решение отца? Нет, я думаю, коллегиальное, конечно. Коллегиальное должна мать принимать в этом участие. Сам человек, которого посылаешь куда-то.